Найду, Тим, рано или поздно. Найду тебя. Ты не сможешь этого сделать. Я да отвалите, не проходите ко мне сюда! Да ну не проходи! Да я не умею! Да ну как ты прошла? Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радекс, Васаби Скромник, Гусь Санек, Чебузаврик, Магический Чай. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Привет. Я люблю мясо. Сегодня очень крутая рубрика, потому что я буду один выживать в этой школе, а все пацаны будут пытаться меня убить. И кто меня убьет, следующий будет выживать. Если опять кушать, приятного аппетита. У нас выживание в школе Балди. 5 аниматроников против 1 охранника. Погнали. Дайте Диме спрятаться, кто выйдет. Все, я готов, можете меня мочить. А, все, поехали. Погнали. Это, а это гелик. Будет обидно, если я первый очень сольюсь, и это будет быстрее, чем другие игроки. Надеюсь, я повыживаю хорошо. А ты спрятался? Да, да. Ты меня врёшь, я тебя уже увидел. Как ты меня увидел? Ты вон там сидишь в кабинете своём. В смысле? Ты чё? А, ну да, я сижу в своём... Всё, это правда, да. Да, он врёт. Если он говорит «да», значит он врёт. Нет. Дима всегда врёт. Я никогда не вру, я самый добрый человек. Честный. Так, я уже боюсь. Нашел, блин, надо валить, блин, да, это было стрёмно. Эй, блин, он за мной, ёп, мамочка, моя мама, блин, у меня аж дёрнулся я. Дайте, пацаны, еще раз выжить, можно? Давай, ну, да. Вы меня так быстро убили, да, да вы что? Да вы офигели. А мы на переход тебе взяли. А, вы, получается, сговорились. Да. Так, вы так понимаете, я Дима первую нашел, вы вообще пошли в одну сторону, я в другую, я один пошел, Дима, я первый. Все, я готов, можете меня мочить. О, опять? Так, да. Давай. Идем, мочи, Дима. О, Радость, здоровай, сзади. Я. Дим, тебе выдают твои... Ну, на самом деле, на это и есть расчет, что вы не сможете меня убить. Потому что вход-то один. Идем, нет, два. Один вход. Какой два? Один, ты меня хоть не пугай. А, в кабинет! А, я был на улице! Трудно тут выйти. Я справлюсь, Дим. Слушайте, если один ход... Ну, это, короче, подсказка. Один ход в кабинет. Да телепортироваться-то нельзя! Где? Ты не телепортируй! Меня подкидывает, Дим. Ты его нашёл? Вот! Вот я чё с ним понял, видите, красный дым? Нет. Где? А! Найду, Тим, рано или поздно. Найду тебя. Ты не сможешь этого сделать. Я... Да отвалите, не проходите ко мне сюда. Да ну не проходи. Да я не умею. Да ну как ты прошла? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Снимаем какую-то вечную дичь, где, блин, пацаны, подписчики меня мочат. И кто хочет тоже меня поубивать, повеселиться, поорать, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Так, кто меня убил? Давай теперь ты выживай. Васаби Скромник. Ты теперь так выживаешь. Что-что? Так он, видишь, сам умер. Ну, я сам умер разве? Да, там ты нарвался на это. Но это будет... Ну, я бы и не нарвался, если бы он не зашел в комнату. По сути, он меня убил. А, ну тогда ладно. Не, Дим, ты говорил, два, здесь три выхода. Да? Да не с классом говорит, гений. Все, давайте, это, кто там, Васаби Скромник, да? Васаби Скромник, 10 секунд, и мы начинаем тебя мочить. Так, окей. 5, 4, 3, 2, 1. Раунд начался. 5 аниматроников против 1. Так, а у Васаби Скромника какой у него скин? Рик и Морти, да? Ты же помнишь, ты можешь использовать красные гранаты? Красные пердежи. Давай, пердежную гранату будешь использовать? Спались. Пернул. А мы тебя убьем. Не. Давай, выходи! Не ссы! Давай, пернешь, подливай! Я боюсь вас! Да не бойся, мы добрые! Пацаны, когда вы увидите, скажите, где он, сразу инфу давайте. Да. А я знаю, где он, он на улице. Ребят, я нашел его. Где он, где он? Подсказка. Он где-то в двух комнатах был. Я так. Я бегу за ним. Так, я иду на перехват. На улицу? На улицу. Да, на
Понял, я иду на улицу. Я его жду. Все проходы в школу стойте и защищайте, потому что сейчас он будет по-любому туда пробиваться. О, магический защищает. Вот он здесь. О, давай. Так, блин, я по школе хожу, забыл, где выход. Вроде здесь справа. Да. Подбудьте. Так, закрываем дверь, чтобы он не мог выбежать. Я его убью! Да блин, зараза! Все за ним, он не уйдет. Сейчас запишу. Эй, подлец! Да блин, такое... Есть! 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 Молодец, Дима! Так, ну что, давайте кто-то из подписчиков все-таки повыживает. Давай я. Давайте Растишкамен, реально давно не играл он так. У тебя есть 10 секунд, чтобы ты скрылся. Сейчас я умру, подождите меня. Ребята, свои идеи по поводу этого режима можете добавлять в комментариях под этим роликом. Можно такое сделать, что одному выжившему не красная граната, а какое-то оружие, допустим, пригвождатель. Ну это прям будет читерски, да? Или миниган. Такое что-то оружие. Миниган, да. Ну в этой серии пусть будут красные гранаты. Они тоже хорошо сдерживают. И можно, допустим, накидать проход и задержать каким-то таким образом аниматроников. Дима, я предлагаю, уже надо искать, да? Да, я уже ищу его. Уже 10 секунд давно прошло. Готовься. Я знаю, где он. Давайте, инфу. Он... Так, вот он. А он опять там, где... Где он? Где, а где он? В том месте, где и до этого? Гениально. Вижу, гениально. Я не видел. Мне нравится, мне нравится. Где он? Где он? Ну давайте его мне замочить. Я так хочу его съесть. Дим, ты меня в прошлый раз съел. Я тебя я еще раз съел. Я не котлету. Он там, короче, в коридоре где-то. Вот закрылся. Я дверь убила. Убила. А здесь только бывает. Дим, понимаешь, я тебя убил, ты меня убил. Все по-честному, да? Меня просто дверь убил. Ну давай, да, давай, давай еще разок. Давай еще. Меня дверь убил. Нечестно так. Меня так вот скин. Последний шанс. Если уже даже убьет дверь, ты все равно будешь считаться проиграл. И дверь нас будет этот прятаться от нас. Все, давайте, 3, 2, 1. Ищем. Я уже бегу за ним. Он главное. Ах ты ж. Он в школе, он в школе? Да, он в школе. Вижу, вижу тоже. Соби, так, бежим, преследуем, преследуем. Давайте на... Вот он, вот он. Ах ты, подлец этакий. Так, давайте, растишку мэна, растишечку. А все, уже убили. А все? Я уже опоносили. Блин. А может, давай я. Ну, давайте магический чай, давай. Где ты? Санёчек. Ну, Санёк, где ты? Сразу, первая подсказка. Я не на улице. Я вижу. Он специально так говорит, значит, он на улице. Я его убил. Нет, я его не убил. Эй, а где ты? Иди на. Он бежит возле одного из выходов на улице, я его выведу. Веду его. Опа. Нет, не вижу. Есть, да. Есть. Радекс. А кто убил? Радекс. Я. Радекс, давай, теперь ты должен проиграть так само быстро, как и Гусанёк. Нет, я так быстро не дам. Радекс, 5, 4, 3, 2, 1. Радек, ты знаешь, что ты умрешь сейчас быстрее, чем остальные игроки? Смотри. Нет. Засекаем время. Кстати, кто в этой серии дольше всех продержится от аниматроника, в принципе, это уже точно не я, тот будет лучшим игроком по убеганию. Пока что это я, Дим. Пока, Миш, да, это ты, согласен. Но не полностью. Сами читер, меня вообще зажали, меня дверь убила. Так, потом тебе Гусанёк убил. Где он? Где этот Балди? Тебя убило твое неумение играть в Гаррис Мод. Да нет, мы да, 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 да. А где он? Я его убил. Есть, всё. Так быстро. Это жестко. Такой жесткий. Так, ну что, кто у нас? Он просто как будто телепортировался. Я не был, давайте. Кто последний не был еще? А, давайте, волшебный чай, давай. Последняя, да, будет у нас сейчас? Васаби. Ну все, давайте. Последний, кто еще не играл в этой битве, это магический чай, ему пора умереть. А я возьму другого аниматроника. Ай, нет, только не это. О, я возьму себе балун боя. Страшилку. Я бы убил. Я уже нашел уже. В смысле? А у него 500 тысяч, Дим, у него 500 тысяч. А, так не, нельзя. Я считаю, его уже убил, я его ударил, он не умирает. Все, это проигрыш. Ладно. Давайте последнюю дуэль, я буду еще раз выжив, что да, можно, давай. Я буду использовать оружие. Но не читерское, давай. Админский пистолет точно не буду использовать. Ой, давай пригвождатель этот не надо. Не, точно его не буду использовать. Я все-таки. Ребята, последняя битва, когда я могу использовать очень мощное оружие против пацанов. Ой, привет, Дима. А у тебя, он на улице.
Дима, ты не этот, ты не прифигел? Я, короче, читер вонючий. Дим, я еще жив. А, еще жив? Ну давайте, давайте дальше охотитесь на меня. Я появился на карте. Давайте, вы сможете меня убить. Он полюбас в этом, в школе заспавнился. Да-да-да, кстати, ты, я с тобой согласен, да. Опять что-то взорвал. Сейчас, короче, я найду Диму и как эту пушку. Мощное оружие я уже больше не беру. Да это будет в смысле не понял. Ищем Диму. Так тихо стало, блин, прикольно поныкаться от пацанов. Я шепну Диме на ушко, аннигиляторная пушка. Эй, не говори такие Пусть слова. Ты что так пугаешь? Я испугался. Извини. Блин, не могут меня найти, это круто. Магический чат, его нет. Я на очень классной нычке сижу, ну реально топовая. А, я понял, где. Прикол, что я найду Диму, и он как мне пустит ракету. Не, я без ракеты, кстати, я обычно оружие не беру. Значит, админская, да, Дима? Нет, это не админское оружие. Полуадминское. Монтировка? Не, ну с монтировкой реально, согласитесь, читерски играть. Дима, наверное, там сидит в целой комнате ядерного оружия. Не можете найти, пацаны, не? Блин, круто, ребятушки. Последний раунд, как всегда, играем в самое лучшее, чем первый. Кстати, я бы уже победил, по сути, да, вот так согласитесь, если я так заныкаюсь. Да, с оружием, так нечестно. А я же не стреляю по вам сейчас этим оружием, вы просто найти меня не можете. И не атомная бомба. А, ну первый раз, да. Ну вот если по-новому заспавнился, вы же не можете найти? Не можете. Так, Дим, ты точно в школе? Я могу подсказать. Давай, да, ты видишь белую дверь? Я вижу парты. Значит, он где-то в классе. Я в школе. А, Дим. Я не знаю, мне кажется, это читерское, но попробуй, просто возьми вот любое оружие, стандартное, которое выдает. Так. Стрельник. Вверх. Опа. Я слышал, он возле меня. Я не слышал. Блин, ну это, конечно, было немножко читерски так делать. Вот, Саби, ты вообще читер? У меня почему-то это как будто бы с улицы шло, этот звук. А хотя я внутри стрелял, это 100% инфа, будете ролик смотреть сами. Все по-честному. Хорошо. Когда-нибудь посмотрим. Ёбкала-манекала, я коленку почухал, да даже всра... Ё-моё, ну зачем так пугать? Ё-моё, так перекреститься. Ха-ха-ха, блин, я испугался. Я увидел твою кепочку красивую. А как просто, так вы проходили много раз и не видели меня там, а я сидел. А где он был? Я в за партой сидел на корточках. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Прощайте.